Памятник покрылся веточками, что человечек, смотри, явно европеоидного типа превращается в дерево, в труху. Он так ты сказал в 80-м году, что будет гибель Западной Европы, Западной цивилизации, и эта гибель начнется именно с Парижа. И ангелы все это видится, что Западная цивилизация, она погибнет. Человек ничего не предвещал. Ему было видение. Если вы в интернете наберете «маньяк напал на работу Дали», это вот как раз именно эта работа, именно в Риге, один сумасшедший напал, видите, скульптурка вот так сюда погнута, здесь трещина, вот сломалась, да, когда работа, вот это пальцы погнуты, да, он просто схватил эту работу, бросил ее, вот, мы позвонили тут же Лили, после этого случившегося, ну, было судебное разбирательство, мы отказались от претензий, ну, шизофрен, то есть мы с него ничего не возьмем, но эту работу мы не стали реставрировать, потому что она бы от этого события стала еще более целой. А? Это не шизофрен, просто шизофрен. И вот посмотрите на эту работу, вот эта работа, если мы говорим о сюрреализме, на самом деле Дали, он не сюрреалист. Когда он говорит, сюрреализм это сверхреализм, фактически это так. Потому что все его работы, они реалистичны. Он описывает и опирается на какие-то реальные факты. А вот это вот, галлюциногенный Тореадор, посмотрите, вот это действительно бзык. Он, конечно, Кариду ненавидел, он, знаете, поставил его на барабан, на который бьют на Кариде Тореадора. Да. Он в этом в тромбоне или саксофоне там сделал окошечко, он оттуда выглядывает, здесь шляпочку вот, и ножницы, символ опасности. Да. Все, вот это, ну, вот это, мне вот кажется, это единственная сюрреалистическая работа.